Виноград грузовиками. Такая картина на дорогах Кахети впечатлила знакомую, не так давно вернувшуюся оттуда. Да, сбор винограда в эту пору повсеместен, там, где его выращивают. Ну а там, где его употребляют, в основном самое время радоваться его свежести, приемлемым ценам и присматриваться к самым разным интересным рецептам. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовим тосканский виноградный пирог. Тоскана – историческая область Италии во главе с Флоренцией. Ну и другие географические названия на слуху, скажем, Прато или Греви ин Кьянти. Кстати, лучшим виноградом для этого пирога его называют скьячата, считается сорт канайола, который и используется для приготовления Кьянти классика. Ну вот что интересно, знающие люди, будучи на праздниках винограда в честь его сбора в тех краях, все чаще вздыхают. Дескать, качество напитков указывает на интенсивный технологический прогресс в работе с ними, а вот скьячата остается прежней и, пожалуй, даже со времен этрусков неизменной. И это здорово. Просто представьте, что скьячату выпекали еще действительно этруски, начиная приблизительно с 8 века до нашей эры. Правда, не с сахаром и оливковым маслом, что и понятно, а с медом и свиным жиром. Флорентийская скьячата до сих пор печется именно так. Ну а что до наших с вами пирогов, может быть, не совсем оригинальных, но близких по духу, для скьячаты прекрасно подходят также сорта винограда под общим названием фрагола. Мы такой виноград называем Изабеллой, а также тот самый сорт, который любите именно вы, все по вкусу и желанию. И даже косточки не помеха, как во французских пирогах клафути с вишенками, черешенками, косточки обязательны. Здесь тоже они придают особую пикантность. Тосканский пирог с виноградом. Замесить обычное хлебное тесто, разделить на две части, раскатать, выложить в форму одну часть, сверху давленный виноград, присыпать сахаром, прилить оливковым маслом. Далее вторую часть теста, целые ягоды винограда, снова сахар и масло. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 40, периодически поливая выделившимся соком. Особенно хорош кусок такого пирога с мягким козьим сыром или с рикоттой, это если уж совсем по-тоскански трапезничать, а если нет, просто с чаем. Ароматно, оригинально и свежо. Приятного аппетита! С вами была Жанна Соловьева. Удачи!